Четвертый день фестивального марафона Санкт-Петербургский драматический театр на Литейном, почетный гость Лицидея, представил на сцене Ульяновского драматического театра спектакль «Требуется старый клоун». Его постановщик, главный режиссер Сергей Морозов, обратился к пьесе драматурга Матея Вишника. Румын по происхождению, но давно живущий во Франции, он является абсурдистом. К слову сказать, это далеко не единственный спектакль фестиваля абсурдного характера. Что это? Новая театральная мода или случайные совпадения? Как считает режиссер-постановщик Сергей Морозов, это веяние времени. На самом деле такое понятие, как театр абсурда, не существует. Есть понятие театра парадокса. Они сами себя называли театр парадокса. И вот в этом парадоксе, наверное, может быть сейчас такая жажда времени. Имеется в виду, что жажда для зрителей. Ведь театр откликается на то, что происходит в жизни. Он не выдумывает сам из себя. Интересно было услышать мнение самих актеров о спектакле. Как сказал заслуженный артист России, один из клоунов спектакля Александр Жданов, пьеса очень сложная. Надо было из простого разговора клоунов сделать театральную постановку. Когда Сергей Анатольевич прочитал эту пьесу, мы посмотрели друг на друга и думали, что же мы делать не будем, потому что там ля-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 ля. Они говорят, ничего не происходит. Это все абсолютно нужно было придумывать с самого начала. По мнению заслуженного артиста России Михаила Разумовского, еще одного клоуна, главная тема пьесы – взаимоотношения художника, в общем понимании слова, с обществом и государством. Здесь, скорее всего, взаимоотношения между ними. Да? Бывшие партнеры, друзья превращаются в конкурентов серьезных, потому что под конец жизни или там, сколько им осталось, они вдруг попадают в одно и то же положение, а место одно, ну, говоря языком человеческим. На самом деле это не так. Может быть, они собрались здесь, и он говорит о том, что Господь собрал, может быть, для того, чтобы сделать их номер, который не состоялся никогда, и состоялся, в конце концов, за пределами круга, уже за гранью, за жизнью, за этой, номер из мечты. Зрителей поразил своей французской речью заслуженный артист РСФСР Сергей Замарев, актер театра и кино. Оказывается, ему повезло. Он был одним из первых учеников Ленинградской французской школы. В интервью он перевел, о чем говорил на сцене по-французски. Это монолог Сида. Он очень похож на монолог Гамлета. Быть или не быть, но на самом деле это конфликт человека, у которого есть отец и невеста, а есть собственный отец. И между отцами конфликт. Я либо должен защищать честь семьи, значит, убить врага. Либо, ну тогда потерять любовь, либо защищать любовь, ну тогда предать отца. И это тема вечного выбора. Так в чем же суть спектакля? Три клоуна, бывшие коллеги, узнав, что каждый из них претендует на вакансию старого клоуна, объявленную в газете, начинают издеваться, ненавидеть друг друга, отсыпать шутки, граничащие с жестокостью. Но как только возникает возможность вместе выйти на арену цирка, они объединяются и становятся единым целым. А разве это только про клоунов? Это про всех нас. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.